То есть смотрите, еще тут какая важная штука. А когда вам важнее, интереснее процесс, когда вам не очень важен результат, вам в жизни почему-то везет больше. Как только человека переклинило, все, это очень важно. Очень важно сдать диплом на отлично. Очень, ну, на таком примере. Это и с мужчинами, и женщинами. Если женщину заклинило, нужно замуж, замуж. Нужно замуж попасть. К чему это обычно приводит? К одиночеству. А? Совершенно верно, к одиночеству. Мне становится слишком важно. Причем то, что с выживанием никак не связано. Потому что там еще 100 лет назад женщина одинока, ей было трудно физически. Реально трудно. Сейчас, в общем, глядя на количество матерей-одиночек, в общем, спасибо цивилизации, спасибо там мам, папам, дедушкам, бабушкам, они сделали мир, в котором женщина в одиночестве может выжить. Ну, то же самое у мужчин. Все. Нужен секс, секс нужен за всех сил. Что обычно происходит? Облом. Облом? Почему? Слишком сильно напрягается. Не там, где нужно. Потому что секс не относится к базовым психологическим потребностям. Я не знаю ни одного человека, который бы умер от отсутствия секса. Это способ. Можно и умереть. Умереть важно. Я не знаю. Я медицина. Особенно на женщине. Соответственно, смотрите, с чем это связано? Когда человек относится к жизни очень серьезно, он свои игровые цели тащит, как будто они завязаны на его физическое выживание, на его физическую безопасность. И если, ну, другими словами, это так формулируем, очень хорошо портит цели. То есть, когда просто хочу, получается, очень хочу, очень-очень хочу, фигу, не получается. Соответственно, чтобы все это у вас в голове уложилось получше. Самый главный выбор. Всерьез или играем? Всерьез или играем? Всерьез или играем? Это выбор недоказуемый. Это вот, если знаете, вот есть базовая аксиома в геометрии Евклида, что две параллельные прямые не пересекаются. А в геометрии Лобачевского две параллельные прямые пересекаются там где-то в бесконечности. А это те аксиомы, с которых ну, там, в геометрии Евклида одни последствия, в геометрии Лобачевского другие последствия. Точно так же. Здесь вот примерьте на себя. В десигаторстве мы все время играем до сих пор, пока выживание не занято. В жизни поп-морджеров все время занимаются выживанием. Он пошел в баню, ему крайне важно намылить все свое тело. А вдруг там останется какой-нибудь участок ненамыленный. Вдруг там заведутся вши, или опрелость, или еще что-нибудь такое. Если кушаешь кашу, нужно кашу обязательно съесть до конца. Потому что мужик сказал, мужик сделал, и довел до результата. Достигатор понимает, что если тебе какой-то процесс перестал нравиться, мы переходим в другой процесс. Это суровое морщество, то, что женщина прерывает, мужик сказал, мужик сделал. Давай до конца упирайся, гробь свое здоровье. Достигатор понимает, ну зачем? Как ни странно, достигательство подход, он обычно все-таки ближе к женщине. Потому что женщина обычно в этом смысле вот, понимает. Ну, сейчас поболталась с подружкой, потом, не знаю, поела пирожное, потом смотрела телевизор, повязала. Смысл жизни – получение удовольствия от процесса. Женщина, похоже на правду. Угу. Мужики обычно чаще упираются за результат.